Периодически. Периодически. Будем обниматься. Я себе тоже такую хочу куртку. Капюшон поставил. Он не нас снимал. Когда очка ровно держится. Зачем там найти свое рожение? Ваня какой-то. Читаю, рыбай. Привет, ты где? Рассказали, куда идти? Вот такие заныкали, спрятали. Да, шарик. Мы уже тебя, наверное, ждать на улице-то не будем. Пасту с курицей, ага. И молочный чай. Ну а ты вообще не изменился. Что такое? Так-то тоже. Ну да. Ну я рубашка. А что там делаешь? А тебе не жарко? А, что это делаешь? Ну я техник. Как бы я как сисадмин там сразу. И... 11. За техникой сразу. Староста группы. А что за такие громкие? Здравствуй, здравствуй. Андрей, соскучились по тебе, что давно тебя не видно. Как он звук? Где расписание, Антон? Новый учебный год, расписания нету. Так где? Здесь где-то? В смысле, я Никита Иванов, что ли? Вообще не говорю. Я сейчас провожу с предыдущего инженера. Это по специальности. У тебя есть там знакомые? Нет. Вот, ладно, с ними вообще. Так а смотри, тебе только полет оплачивают, проживание не оплачивают. Ну что они такие плохие? Ничего себе. Не устраивает. Да, вообще у нас отпуск, он, короче, 2 месяца, что ли, может даже больше. Потому что северный? Вот, да, потому что это северный. Но я вообще планировал только в следующем году, поэтому я в этом взял месяц, я хотел на море съездить. Смазанная, глаза все как у вампиров. А сколько выходит? А можно за ипотеку взять? А я говорю, всем платят? Да, я подумал, что осталось. Это кофе. Да? Это кофе. Я кто заказывал. Я заказывал. Советы сверху? Да. Ну, еще большую латте. Да, конечно. Корицевый сироп нужно? Корицевый сироп нужно что-нибудь? Давай. А сироп какой? Любой. Самый дорогой. А можно к вам на обращаться? Да, конечно. А можно еще? К нам подойдут еще люди, потом можете еще кушать принести? Да, что конечно. Чего, к нам приходите? Женя. Все? Я еще подойду. Да. Ничего не выходит. Я на фотку не могу.
Кого? Простите, Оля, это ты? Да. Не прощу. Ножки, и туда твоя нога. Я хочу тут. Алло? Мы на третьем. Блин. Тебе помочь подняться? Видишь, как прийти к жизни. На, ну давай. Я тебе подарю. Все, Женя, тут готовимся. Готовимся. Давай, к чему? На старт. Поднимай его. Первый пошел. Не Евгения! Так много людей! Ой, ты гость, ой, чё с тобой? Смотри! Лёша, встань! Я тут! Это Лёша! Капец, а есть мой примитель? Ага. Вентилятор. Жень, с собой сумки ношу, специально для тебя. Ну ты это кассу сохранила, их прямые. Я пока шла с метро, все пипец. А ты на машине приехала. Там нечестно. Ты пешком пошла? Хуя. Я не знаю. Мне еще не сказали причину. Они просто взяли и поняли? Да. А что, просто ноги или что, или пятки? Ступни. Короче, уже разваливаешься потихоньку. Как-то рано. Ты ни хренашеньки блюдо. Взяла. Туалет. Следующий вопрос. Что я с тобой? Сади, пожалуйста. Вы бы сказали, что фотографировать будете. Хотя бы дошла, вот так бы была. Ой, да ладно. Слушай. Он тебя фотографирует. Слава Богу. Ляпы не снимай. Подержи ее там. Пофотай. Что за пошлые шутки? Можно за столом не выражаться. Мне сколько лет, можно уже. Ну-то можно. Все дорого? Конечно. Пошли. Вот я когда рыбачил на выходных иногда с отцом. А там профессионалы есть, которые как бы только этим живут. Там там дешево? Так тебе пересылка все сожрет. Стой, стой. Это проблема вообще с пересылкой, потому что там замерзнет он. Точнее наоборот. Холодильник. А платным, ты думаешь, найдет такой хит? Ты мне икру, я тебе сигарету. Мне кажется, это все последствия тоже. Слушай, я такая решу, короче. Кинули фотки Ване. Да. А тебе сигарет? Нет, конечно. Ваня, скинешь фотки или нет? Давай я тебя смотрю. Вадик, касса там, чё? На. Да я пошутила. На. Нормально. Нормально. Прям все карманы забиты. Вадим. Дайте какую-нибудь расчесочку. А нет. Пятерня тебе чё не расчесывать? Да, я только пятерню могу приложить. Давай. Так лучше моей же, чем своей. Зубочист так можно составить. Так. Все дружно, короче, налетаем. Все. Все. Собираемся на выход. Не, ну ты посмотри. Тебя вообще ненавидит, врачу. Такие-то большие только, да, у тебя? Хорошие кофе. Ну посмотри, может, там маленькие упаковки есть. Че, и у нее да, что же что? Давай. Это жвачка такая. Да, да, да. Попрощайся. Есть поменьше жвачка. Все, ушла твоя жвачка.
там ее много. Спасибо, да. Давай. Поколдыхайся еще раз, погоня то не тянет. А что-то вот эта машина вот. Давай. У меня-то нормально снимается. Давай. На коллегу нарываешься. Высоко будет. Часовня, я понял. Мы идем к часовне. Нормально. Я тут это, кстати, отклеилась ее подошку. Блин, мне тебе так жалко, слушай. И мокро. Носки-то чистые. Не засохшие. А тут еще... подошва отклеивает. Вчера постирала, а мне сестра человек, прикинь, как вчера смотрит. Влажно, ничего не сохнет. Батарейки не учили. Ну, этот кончик надо достать. Да я умею уже пофиг. Ваня. Мне это херово. Блядь, давай вот это в руках спрячем. Да вы что, говорите, реально вы что, не так? Вот и меня. Блин, да все равно видно, ты закрой эту часть. Вообще только руку пьешь. Сергей, ты что? Ваша сторона. У тебя, наверное, это впритик, да? А, осторожно. Я ничего не вижу. Я в машине. А что она снимает? Что за папарацци? Что за папарацци-то? Выключи камеру. Вань, ты бы лучше дальше зонтики подставил. Я подставил, она выбрала платок. Идем посидим дороги с бутылками. То есть вот так. Я точно загребу.